Радсокс – это команда друзей. Мы дружные, сплоченные. И у нас все получается. Радсокс – это большая дружная семья. А у Радсокса есть своя харизма. Мы играем в антифутбол. То есть мы и сами не играем в нормальный футбол, и сопернику тоже не даем. За счет этого мы и выигрываем. Ну, то, что это команда друзей, то, что сплоченный коллектив, дружная семья, скажем так. Тем, что мы дружный коллектив. Потому что я люблю футбол. Это самая крутая игра в мире. Потому что мне нравится футбол. Я начал играть с самого детства. Это мое хобби. Я надеюсь, что на всю жизнь. Я играю в футбол, потому что это мое самое любимое увлечение за всю жизнь. Я уже играю в футбол лет, наверное, с 8. Любовь с детства. Да и, ну, наверное, это основное. Ну, мне нравится. Хоть какое-то отвлечение от работы. Деньги – это не главное. Главное – настроение после игры. Ну, победа – это всегда эмоции, взрыв эмоций. Побеждать сильнейший. Мы хотим быть сильнейшим. Стимул. Получать удовольствие и знакомиться с новыми людьми. Просто получить удовольствие от футбола, от забитых голов, от отданных передач. Мне нравится играть. И еще раз повторю, чтобы мне не было скучно. А чтобы не было скучно, надо выигрывать. Да мне достаточно просто победа, от этого я кайф получаю. Радость от успеха, эмоции. Я хочу побеждать в каждом матче, потому что я не люблю проигрывать. Вообще не люблю проигрывать. Не люблю проигрывать. Ну, для этого я играю, чтобы побежать. Безусловно. Увы, но это так. Да, конечно. Ну, да. Думаю, да. Думаю, да, очень сильно. Да, очень обеднеет. Просто я нищим стану, если не будет футбола. Меня зовут Михаил Суханов. Кудакаев Булат. Александр. Меня зовут Дима. Суханов Федор Александрович. Меня зовут Ильдар. Васильев Николай. Павел Суханов. Я Радсокс. Я Радсокс. Я Радсокс. Я Радсокс. Я Радсокс. Я Радсокс. Я Радсокс.